В Ульяновской области приступили к капитальному ремонту дорог. Несмотря на ограниченную работу многих организаций, в профильном министерстве сообщают, все работы ведутся по графику. К ремонту приступили на 9 объектах. На улице Созидателей в Новом городе, на участке от торгового центра «Мегастрой» до улицы Туполева прокладывают тротуар. Следом займутся самой проезжей частью. Похожая картина на улице 40 лет Победы. Там уложат новую пешеходную дорогу, установят безопасные переходы. Сразу ряд дорог отремонтируют в Засвияжском районе. У нас в рамках БКД 7 точек, таких 7 адресов. Это у нас по улице Рябикова, от Радной до Хваткова. На сегодняшний день там к работам приступили. Тоже ведутся работы по демонтажу бордюрного камня. Вот. Дальше у нас есть такие участки, как пересечение Станкостроительное и Рябикова. Там будут ремонтировать участки, где трамвайные пути. Кроме ремонта самой дороги, заменят бордюры, расширят парковочные зоны и отремонтируют подъездные дороги. Также ремонт ждет дороги в Луговом, на Императорском мосту, улицах Юности, Бебеля, Ефремова, проспекте Ульяновском. Всего в областном центре отремонтируют 22 километра дорог, в области 95. Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.